часто задаваемые вопросы. С какими странами сотрудничает Свердловская область и в каких отраслях? Отвечает Василий Козлов, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Ну, я, наверное, назову тройку тех торгово-экономических партнеров. То есть это Китайская Народная Республика, Казахстан и Соединенные Штаты Америки. Германия на 5-м месте, Италия на 8-м. У нас, по-моему, 154 страны являются партнерами наших предприятий по миру. Если выгодно продавать, доступна логистика, то каких-то преград нет. Ну, есть определенные ограничения, связанные с сертификацией продукции на определенных рынках, но это все работа и экспортного центра, и торгово-промышленной палаты. Это нормально. Свердловская область – экспортоориентированный регион. Должен сказать, что мы по итогам 9 месяцев, например, 2020 года, как регион, являлись первым в России по, например, объему внешней торговли с Китаем. По итогам года мы стали вторыми, уступив Москве. Основой той продукции, которую мы поставляем за рубеж, это является все-таки металлургия и машиностроение. Это основное. У нас есть рост и потенциал по сельскому хозяйству, как ни странно, и по, мы считаем, огромный потенциал в сфере IT. То есть вот это те 4 сферы, которые я бы выделил. Часто задаваемые вопросы на радио «Комсомольская правда». We'll be right back.